Шахтинске проблемы не заканчиваются. Жители улицы Молодежная требуют от местных властей отремонтировать их район. Разбитые дороги, горы глины, одна маленькая карусель – развлечение маленьких жителей улицы Молодежная. Корреспонденты Первого Карагандинского попытались разобраться в этой проблеме. На улице Молодежная живет много детей-инвалидов. До школы рукой подать. Однако маленькие горожане выходят из дома за час. Чтобы добраться до школы, им приходится делать целый круг, обходя огромные завалы глины. А инвалиды и вовсе не выходят из дома. Взрослые дети каждый день идут до работы, до школы и до детского сада по этой дороге. Весной пройти вообще невозможно. Приходится вызывать такси. Однако это не помогает. Местные таксисты отказываются ехать в эту сторону. Недовольных много. Они и подписи собирали, писали обращение в местный акимат, но толку мало. Что у нас нету площадок детских. У нас дети не могут элементарно ни на велосипедах, ни на что-то там кататься. Сколько детей, вот инвалидов у нас, как вот этот вот мальчик. Ни в сады. Я говорю, вот у меня ребенок ходит в садик. Я говорю, мы приходим по уши в грязи. Детей же чуть ли не в бахилах по улице ведем, чтобы нам пройти в садик. Помогите нам, помогите. Мы живем как в трущобах. Уже, говорю, везде центры где-то делают, да, депутаты свои это дворы, а по густраву полностью это само делают, все нормально. Почему до нас не могут это все сделать, блин? Возмущенные горожане неоднократно обращались в местный акимат, но безрезультатно. Теперь вся надежда на областной. Если это не поможет, будут устраивать забастовку. Местные власти видят эту проблему не первостепенной. Мы в целом видим проблему, мы поэтапно занимаемся. Мы сейчас подходим к этой проблеме так, что вначале мы ремонтируем дороги, те, которые ведут к социально значимым объектам. Это рынки, это объекты соцкультбыта, это крупные магазины, это государственные учреждения. Естественно, мы там в первую очередь это делаем. Улица Молодежная на сегодняшний день, она является самой крайней улицей города. Ближе к степи уже. Но тем не менее, все равно мы понимаем, что там живут люди. И, конечно же, будем решать этот вопрос. Обратят ли внимание на эту улицу, неизвестно. Но жители настроены решительно. Жить в неблагоустроенном районе они не собираются. Амина Смакова, Кайрат Рашитов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский.